Всем доброго времени суток! Сегодня у нас на обзоре разгрузочный жилет Tarzan M22. Давайте разгруз детально рассмотрим с каждых сторон. Итак, начнем. Рассмотрим заднюю часть разгрузочного жилета. А именно, имеем на задней части регулировочные ремни верхние, которые позволяют регулировать жилет в длину. Боковые ремни позволяют регулировать жилет в обхват. Также здесь нашиты стропы под подсумки типа Молли. Давайте перейдем к передней части. На передней части мы имеем 4 подсумка под автоматные магазины. Каждый подсумок в себя вмещает 2 магазина под АК-типа. Подсумки выполняются на велкро. За боковыми подсумками мы имеем подсумки под пистолетные магазины. По краям мы имеем подсумки под ножи, сигнальные ракеты или фонари. Также сверху мы имеем фиксаторы резиновые, обшиты тканью на велкро, позволяют которые быстро извлечь нож. Вслед за ними идут подсумки под гранаты. Также на велкро, их 4 штуки, слева и справа по 2. Выше мы имеем подсумки, например, под бинты, под головной убор или под быстрый перекус, также на велкро. Разгруз застегивается на широкую молнию. Молния выполнена отлично, не имеет никаких дефектов и торчащих ниток. Хорошего качества. Внутри имеем подсумки под бронеплиты или утеплители на велкро. Снизу мы имеем фиксаторы под ремень на велкро и на фастекс. Также хочется добавить то, что абсолютно на каждом подсумке имеется отверстие под слив воды. К завершению хочется добавить, что этот разгруз – лучший выбор для страйкбола, туризма, походов. Потому что этот разгруз очень надежен, практичен, очень компактно сидит на человеке. Также тот, кто носит этот разгруз, он чувствует себя очень комфортно в нем. Хочется отметить, что этот разгруз стоит всего 1500 рублей. Надеюсь, что этот обзор был для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!